поселилась в клубе «Песня», и жить стало интересно. 17 лет назад в новой деревне Корниловского района все изменилось с появлением Натальи Шариман. Серая однообразная жизнь превратилась в сплошной праздник. Теперь половина жителей деревни поет и танцует. Но не только песнями славится новая деревня. Здесь есть необычная усадьба. Смотрите программу «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. Сегодня в 20:00 на 12-м канале.